Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня поговорим о биткоине. Биткоин и другие криптовалюты растут. Биткоин растет на более чем 10% на торгах в понедельник. В моменте времени криптовалюта доходила до отметки 39 850 долларов. Это самый высокий уровень цены с середины июня. А эфириум растет более чем на 7%. Босс Твиттера Джек Дорси заявил, что цифровая валюта является большой частью будущей мировой социальной сети. В воскресенье лондонская газета City AM сообщила со ссылкой на Insider, что Amazon планирует принимать платежи в биткоинах. Я думаю, что это будет значительным толчком к росту цены. Поэтому, друзья, понимаем, куда надо вкладываться, инвестируем, получаем прибыль. Хорошего дня, спасибо.